Всем привет, дорогие друзья автомобилисты. Один из подписчиков моего канала задал мне интересный вопрос. Итак, здравствуйте, я владелец Камри 35, 2.4 в топливном баке, 15-17 литров бензина. Не могу заправиться. На заправочных станциях клапан у горловины прогинал. Все равно выстреливает пистолет. Бензин проливается наружу. Пробовал малыми струями, все равно выливается. Трубки вентиляции бака не нашел. Про эту тему вы рассказывали, но под капотом абсорбера не видно. Друзья мои, да, я посвящал уже этой теме видеоролик, но это было давно. Сегодня, конечно, я точно не знаю по конструкции этого автомобиля, но я вам, по крайней мере, подскажу, куда нужно заглядывать. Друзья мои, да, это важно. Смотрите, на многих автомобилях устроена так топливно-заправочная горловина, что параллельно ей идет маленькая трубочка, которая в некоторых случаях выходит уже как бы за пределами пистолета. Если вы пистолет вставляете, есть один клапан. Когда вы вставляете пистолет, вы как бы отгибаете лепесток клапана, вставляете. И трубка, которая отводит воздух с бака, она как бы сбоку получается в этой горловине. Бывает такое, что ну, вследствие каких-то там неправильной эксплуатации, зажало ее, где-то загнуло, может быть ДТП было какое-то легкое, всякое бывает. Бывает просто забивается. И эта трубка, вот эта тоненькая трубка, которая идет параллельно, она забитая. И воздух не может выйти. И это будет приводить к тому, что будет постоянно отстреливать пистолет, и вы не сможете нормально заправлять бак вашего автомобиля. Есть еще один момент, друзья мои. На многих автомобилях установлен специальный аварийный клапан. Вы думаете, что если автомобиль вдруг переворачивается, что происходит? Внутри, в горловине, есть специальный защитный клапан, который препятствует вытеканию бензина. Это для того, что если в случае ДТП автомобиль перевернулся, бензин, чтобы не растекся, чтобы не привело это к возгоранию, соответственно, чтобы, сами понимаете, избежать этих тяжелых последствий. Там специально этот клапан установлен. Бывает такое, что этот клапан поврежден. Может, туда шланг резиновый пытались впихнуть и повредили этот клапан, и он теперь у вас постоянно прикрыт и постоянно выстреливает ваш заправочный пистолет. В этом случае, друзья мои, нет ничего другого, как придется снимать ваш бак или топливозаправочную горловину отсоединять, она, скорее всего, у вас отсоединяется. Нужно будет отсоединить и добраться до этого клапана. Добраться до этого клапана и, соответственно, проверить его работоспособность. Если он поврежден, то его выровнять надо будет и привести в нормальный порядок. Получается, что у вас просто он постоянно закрыт, когда он должен открываться, а он у вас прикрывает. Да, бензин через него частично проходит, но очень-очень понемногу. Вот это вот и приводит к тому, что у вас выстреливает в обратную сторону пистолет, и вы обливаетесь постоянно бензином. Ну, по крайней мере, я вижу вот такие вот два фактора, которые могут повлиять. Друзья мои, разбирайте вашу топливно-заправочную горловину и проверяйте. Здесь без разбора не получится. Но для начала проверьте вентиляционную трубку, которая идет параллельно. Параллельно основной заправочной горловине. Параллельно заправочной вот этой трубе, которая идет непосредственно куда вставляем пистолет и аж до бака. Должна быть, по крайней мере, обязательно эта воздушная трубочка, которая именно выпускает воздух с бака, когда заходит туда бензин. Надеюсь, друзья мои, я достаточно понятно вам все объяснил. Задавайте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Обязательно не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну и будьте здоровы, самое главное. Надеюсь, что я вам помог этим видео. Всем пока!